Очень приятно. Проблема у нас возникла. Не помещаюсь в кадр в последнее время. Вот решили к тебе за помощью обратиться. Ну, людям же хочется видеть, что как бы человек, который готовит, он и сам любит поесть вкусно. Ну, да, есть такой момент, конечно. Но с другой стороны, надо совместить как-то нам это. Тут нужна система питания, которая бы совмещалась с вашим шоу профессиональным. Да, то есть, да. Например, есть такое понятие, как рефит или читмил. Когда человек взял вкусно, поел, а потом он отрабатывает. Отработал, похудел и опять вкусно поел. В течение года я вот выделял один день и вот ни в чем себе не отказывал. Но потом 2 дня я питался только умеренно. И что получается, что-то? В течение года был пресс. Не растолстел ни на килограмм. Да? То есть я держал то вес. День через два, да? Да, но это для меня, потому что у меня 93 килограмма мышц без жира. Обычному человеку это может оказаться день через 5, допустим. Потому что ну, медленнее метаболизм работает. С возрастом или с уменьшением мышечной массы, что связано, замедляется наша способность эти калории пустить. А вот, кстати, возраст, раз это самое начали, вот 48 лет мне, да? Серьезно, никогда я не занимался там спортом, ничем. Вот 48 ничего? Я вижу, начинать? Я вижу, предлагаю видеть стакан наполовину полным. То есть спортсмены, которые начали 18 лет, поизносили себе суставы, колени. У них все болит, и они не могут. Нет, болит и так все, хоть и не изношено, все равно все болит. Своими методами, да? Да, согласен. Ну, в любом случае, надо позитивно мыслить, что в любом случае будет улучшение. Мотивация на первом месте, вплоть до того, что надо ее качать. Ага. Каждый день делать какие-то упражнения, чуть ли не медитировать. Почему тебе нужно это делать, что тебе нужно делать, что ты получишь, если будешь делать, что будет, если ты не будешь делать. То есть в результате ты постоянно в тонусе. А на втором месте питание, на третьем, на последнем месте тренировки. У меня, значит, я горжусь там некоторыми подвигами в своей жизни. То есть я не так давно, 8 лет назад, бросил курить. Я курил всю жизнь, 25 лет в своей жизни я курил. В 40 лет я бросил в один день, все. Значит, еще раньше у меня не было проблем, я прекратил употреблять алкоголь вообще. И сейчас получается, что я порядка уже, наверное, лет 20 я не употребляю алкоголь. Хотя... И как вот отказ от курения алкоголя почувствовался, что улучшилось самочувствие? Нет, ничего не почувствовалось, конечно, как но ни странно. Но хуже не стало. Да, стал жирнеть после курева, стал поправился. То есть то, что сейчас вот, это у меня результат... Болевой человек смог бросить. Но я получал кайф реально от того, что я смог. Да. Если ты изменишь, ты получишь отличный результат до и после, это уже само по себе будет мотивация для всей аудитории. Удар будет и будет настоящий кипиш. Потому что, как мне пишут иногда хейтеры, я уже 50-й раз пересматриваю это видео, как же его ненавижу. То есть они будут еще больше пересматривать. Эти граждане, они всегда присутствуют, но они самые преданные на самом деле. Да, и, конечно, я надеюсь, что меня когда-нибудь тоже вкусно покормят. Спасибо, шеф. Ну, короче, посвящается всем тем, кто любит вкусно пожрать так, как я. То есть мне тоже. Поэтому я предлагаю сделать вот из этого человека красавца на ваших глазах. А как ты думаешь? Ну, это, конечно, прогнозировать, да, но если я буду заниматься 3 раза в неделю, так, как ты мне расскажешь. И питаться так, как я расскажу. И питаться я буду только так, как ты расскажешь. То, я смогу, вот за какое время я смогу хотя бы его там, привести в божеский вид? Вот если так. Мы за 3 месяца получим хорошо заметный результат, я считаю, что можно будет уже сказать, что плюс, а не минус, да? Вот, поэтому берем и продолжаем суставную разминку. Что мы вначале делаем? Мы разминаемся. Берем руки в боки и тазом описываем круги. Очень приятное упражнение. Если бы так можно было напрягаться. Все болит на самом деле, ё-моё. То есть ты чувствуешь, что у тебя суставы не в идеальной форме, да? Да, у меня болит спина там. Ну, то есть я сразу начинаю чувствовать какие-то боли. С помощью тренировок мы
создадим мышцы спины. Растянуть там как-то, да? Да, растянуть саму собой. Создать мышцы спины, укрепить уже имеющиеся мышцы спины, которые сейчас не держат, и все время идет защемление. Вверх, сиськи, сиськи вверх. Оп. Вставлять-то нечего. Попу назад больше. Наклоняйся больше. Вот. Это упражнение сразу и сушит, и качает ноги. И сушит, ага. И сушит живот. Садимся. Вот стоим. Садимся. Встаем. Это не тяжело. Так, приседаю. Два. Раз. Присел. Сейчас он полностью восстановит дыхание. Чем опасен кроссфит, чем опасны тренировки? Ага. Если сердечный пульс слишком сильно ускорится. А слишком это сколько? Есть формула вычисления максимального пульса. Свой из 210 ты вычитаешь свой возраст. Так. Это твой максимальный пульс. Если твой пульс будет превышать на тренировке эту цифру, 160. То ты повреждаешь себе сердце. Поэтому uh-huh. все говорят, что кроссфит опасен для сердца. Надо uh-huh. просто носить такие часы, yeah, считать пульс. Но у нас так как пауза между подходами uh-huh. она большая, то риск равно у него нет. Ты успеваешь успокоиться, пульс успевает. Собрался и пошел правой. Я немножко еще так вовнутрь uh-huh. приводил. Вот. Ну как ощущение? Отлично. Бицепс пошел? Пошел. Вот так бы и занимался. Пошел бицепс. Вот, чувствуешь, пошла работа? Пошла. Локти зафиксировали, плечи зафиксировали. Только разгибать руки неплохо на самом деле, для первого раза. Дело в том, что когда тренируешь ноги, очень сильно усиливается кровообращение и даже усиливается липолиз как следствие. То есть сжигание живота. А наша цель, напоминаю, сжечь висцеральный жир. У него жира на животе нет. Внутри. У него подмышечный внутренний висцеральный жир, уникальный. Ну как, хорошо тебе? Хорошо. И вот этот висцеральный жир, он наиболее опасен для здоровья человека. Потому что это внутри. Как же его можно сжечь, если он внутри? Вот процесс липолиза, ему все равно. Внутри, снаружи. Он просто берет жировую клетку и... убивает. И ты съел меньше, чем ты потратил. Все. Процесс запущен. Простите, пожалуйста. Просто я пару рассказываю. Смотрите. Если у вас нет тренера Юры, который любезно поддержит и спаррер, можно прикрепить к трубе какой-то сзади. И делать дома. Купив такой спаррер, вы уже можете выполнять 25 разных упражнений. Минимум. 25? Да, больше. 125. Но 25 я имею в виду таких, которые легко узнают, mm-hmm. легко достаточно изучить. Mm-hmm. Наша задача сейчас подкачать пресс. Не для того, чтобы уменьшился жир. Жир от этого вообще не уменьшится, от того, что подкачаешь пресс. Mm-hmm. К сожалению, живот не может уменьшиться при тренировке пресса. Mm-hmm. Но его надо тренировать, потому что живот, мышцы живота стабилизируют позвоночник, чтобы не заболел позвоночник. Mm-hmm. Руки кладешь на пол, используешь, давишь ладонями в пол. Колени вытягиваешь груди, пока живот не начинает мешать. Ноги можно пошире в сторону. Ноги вместе? Нет, наоборот, в сторону чуть-чуть. Колени чуть в сторону. Сгибай. Вот и вперед. Но на пол не кладешь. Сгибай, сгибай. 5 груди прижал. 10 раз делаешь. 2. Пошел сразу. 3. Спина не болит. 4. Терпи. 5. Вот. Упражнение называется обратное скручивание. В идеале нужно еще и колени прижать к груди и задрать задницу. Но это не сегодня. Сегодня у нас упрощенный вариант, только нижняя часть амплитуды, потому что мы понимаем, что сегодня задрать задницу будет проблематично. Вы можете просто у себя дома взять, купить пару гантелей, пару гирь, эспандер, и у вас будет спортзал. Места надо 2 метра квадратных. В качестве тренера могу выступать я на кулинарном канале. Да. Включили, посмотрели кулинарный канал, увидели, что делать на тренировке сегодня. Сколько килограмм за месяц ушло уже? 13 килограмм.
Минус 13 грамм, согласитесь, это уже результат. А мы всего лишь месяц качаемся. Работаем. Раз, и... Три, поглубже, поглубже. Четыре, да. Нога должна сгибаться под углом 90 градусов. А это мы меняем, отдыхаем. Одни упражнения, другим. Икры носками. Вот так, только носками. Работаем. И икры. Видно, как работает. Это был перекур. 170. 205 килограмм. Глубже. Не бойся, опускай. 4, давай. 5. Не выпрямляем колени до конца. Не выпрямляем. 7, глубже. 8. 9. 10. Тут чувствуешь, что время не зря проходит. Не то, что по 100 когда-то. Тренировка ног сжигает в 2 раза больше жира, чем тренировка верхней части тела. Это что? И в 10 раз больше жира, чем тренировка пресс. Тренируя ваши ноги, вы заставляете ваши жировые клетки гореть в огне катаболизма. Поглубже, поглубже, поглубже. Не халтуем. Пониже садимся, веселее. Да, в улыбку обязательно. Вдох, выдох. Ну что? Это собака трудная. Ты чувствуешь, что твои мышцы работают под другим углом, чем в лежачем? Сразу танке? Болеть начинает, то есть сразу. А как ты хотел? Дело в том, что когда мы едим сладкое, вырабатывается гормон счастья серотонин. Да. Когда мы занимаемся сексом, это гормон радости дофамин. А когда мы качаемся, тут гормоны боли, которые вызывают эйфорию, своеобразный мазохизм или эндорфины. Эндорфины. И вот эти эндорфины, они как бы могут компенсировать серотонин, который ты получаешь от еды. Да. И одно удовольствие заменяется странным удовольствием от того, что ты идешь на тренировку и, казалось бы, мучаешь себя. Да. Поэтому в этом есть кайф. Здоровым мазохизмом ударим по обжорству. В этом есть кайф, да. Но зато с большей пользой для здоровья. Да, конечно. Последний подход. И два. Выдыхаем. Сколько раз уже? Уже, наверное, 14. И последний глубокий. Ставим. Фу. Сука. Этот тренажер, в принципе, предназначен для подтягиваний. Ну да. Называется гравитрон. Но его можно по-хитрому использовать для пресса, для людей, имеющих большой живот. Попробуй ноги ближе поставить. И скругляем спину. Выпрямляем спину. Работа вот здесь. Обычно так в наших подготовительных тренировках он так не потел. Он вообще не потел. Да. Потому что первые занятия были вводными. Если бы мы сразу дали такую нагрузку на первом занятии, ты бы сразу упал и лежал бы. Да, да. Я согласен. Эта перегрузка была бы для сердечной мышцы. Но сегодня сейчас первая все... небольшая нагрузка. Но и в то же время ты не чувствуешь, чтобы ты там умирал. Вроде бы и тяжело, ну, да, да. Но ты уже выдерживаешь, ты стал сильнее. Пот не капает. Высох уже. Да, главное считать калории. Я сейчас сижу на диете 1500 калорий в день, не больше. Вообще, если хочешь похудеть, главное сжирать меньше, чем ты сжигаешь. Вот у меня 1500 калорий. Это примерно, если в продуктах, значит, грамм 200 курицы вареной, грудки, там два раза салат легкий в день. Значит, можно там еще 3-4 яблока, можно 200 грамм обезжиренного творога и, наверное, можно еще литр кефира. Вот это все я перечислил, все, что я ем в день, в течение дня. В результате 1500 калорий. Сжигаю я, наверное, около 5000 вместе с тренировками. Занимаюсь 4 раза в неделю. Два раза самостоятельно, два раза с Юрием.
но самостоятельно по системе Юри. То есть строго регламентированный набор упражнений, они не повторяются, там каждый день разный набор на разные мышцы. Три. Кто молодец? Кто уберет жир? Леня уберет жир. Я считаю, что надо еще 13 килограмм убрать, и вот тогда все хейтеры закричат от боли. Суки драные. Точно. Давай, 60. Три раза без помощи. Давай. Оп, давай, три раза без помощи. Коснулся, выжил. Коснулся, выжил. Все. Если есть желание пожать больше повторений, то лучше с 60 килограммами до максимума не доходить. Дело в том, что когда ты хочешь попробовать больше вес, нужно запасать силы. Сделав 10 повторений, ты потратишь гликоген в мышцах, да. И уже ресурсы не будут потрачены, ты уже можешь не пожать 80. Попробуем? Давай, не до конца. Давай. Не заваливай. Еще разок, давай. Пошел. Получается, сила Лёни опережает его стаж тренировок, опережает технику. То есть да. Сила пожать есть, а штанга еще немножко в руках. Гуляет. Еще не наработано идеально движение. Но что надо делать? Нарабатывать. В общем, такие какие-то силовые вещи надо делать с тренером, потому что он подстрахует, объяснит и поставит технику. 90. Раз, все, лопатки, два. Снимаем. Оп, давай, жми на грудь. Не на лицо, на грудь. На грудь. Пошел. Два. Еще разок. Давай. Наверх. Давай. Три. Еще разок. С помощью. Давай. Давай. Вот это я понимаю. Вот это мужчина. Ну, конечно, наши зрители скажут, это не считается. Лучше бы пожал 60 с полной амплитудой сам. Да. Ну давай сделаем одно повторение, хотя бы 60 с полной амплитудой сам. Давай. Чтобы и для тех, кто, допустим, придираться будет, да, что да, вот. Да, а 60 бы не пожал. Выведи вперед штангу и опускай на низ, давай. Коснулся? Раз, опять коснись, почувствуй касание. Вот. Еще работаем с касанием. Три. С касанием. Четыре. Пять. 6, с касанием 7 и с касанием 8. Я даже вижу запас. То есть мы видим, что уже после всех подходов, Леня сделал 60 килограмм 8 раз с касанием груди с запасом. Вот когда занимаешься с тренером, обычно и веса меньше берешь. И все в спокойном темпе происходит. Делаем не спеша наши сеты, да, упражнений. Но после тренировки с тренером чувствуешь себя более уставшим, выжатым. То есть тренировка проходит лучше. Почему? Потому что он следит за твоей техникой. То есть он... ты делаешь с меньшим отягощением упражнения, но... следишь за своей техникой, это тяжелее. Когда один, всегда и веса берешь больше, и как-то так это побыстрее стараешься все сделать. Но это происходит более расхлябанно, потому что ты сам себя, тебе сложно контролировать. Ну, на начальных этапах, конечно, пока нет опыта, какие-то ошибки совершаешь. Вот. И устаешь не так, хотя вроде бы веса больше и так далее. То есть пример, ну, есть много мнений, но реально там от 7 до 8 упражнений там с 4-3 подходами каждое. Такие вот сеты ты делаешь. Вот. Значит, плюс заниматься каждый день нельзя. У меня большая ошибка, я занимаюсь каждый день. Меня просто пока не отпустило. 4 месяца держит.
Я умом понимаю, что я себе во вред занимаюсь, да, то есть у меня мышцы не успевают восстановиться и как бы налиться, нарасти, да, я их начинаю на следующий день убивать опять, вот, это неправильно, но мне просто настолько нравится мое нынешнее изменение в жизни, что я там, несмотря на то, что боль каждый день мышечная присутствует, я все равно хожу в зал каждый день. Но потихонечку, потихонечку я приду к тому, что у меня будет, значит, я, наверное, буду ходить так же каждый день, но я буду заниматься не только 7 дней силовыми упражнениями, а я буду, например, там 4 дня заниматься силовыми упражнениями, а 3 дня кардио, ну, то есть там велосипед, бег по дорожке, то есть такими легкой разминкой. Впоследствии надеюсь, что, может быть, я от кардио отойду и буду просто 4 раза в неделю через день ходить заниматься силовыми. Это идеальный баланс, но я к этому приду. Меня отпустят немножко, и все будет нормально. Давай. Данное упражнение еще больше нагружает плечи, чем жим на горизонтальной скамье. Но это упражнение особенно эффективно для тренировки грудных мышц. Если жим на горизонтальной скамье – это не лучшее упражнение для груди, оно больше для престижа. Вот я жму там 100 кг, да? А вот здесь именно самая вот зрелищная, грудь, да. Самая зрелищная верхняя часть груди. Вот два лучших упражнения для груди – жим гантелей на наклонной скамье. И жим штанги на наклонной скамье. Мы гантели потом сделаем сами. Конечно. Мне нравится, что грудь у Лени все-таки подкачалась. Чуть-чуть, вот сделай. Да. Оп, видите, какие-то появились. Угарки. Выпуклости, да, выпуклости. Да, да. Это хорошо. Было и стало. 4 месяца пролетели незаметно. С удовольствием в занятиях спортом, зожем, спортивным здоровым образом жизни, фитнес-стайл. Давайте посмотрим, что произошло с мышцами нашего героя и с его пузиком. Начнем с замера бицухи. Напрягай. Сейчас выдавим 38, почти 39. Смотрите, напрячь. Объем талии. У нас там старые цифры есть. Сейчас мы пустим на экране надпись, сколько было и сколько стало. Сначала втяни живот. 89. Даже 88,5. 88. Теперь расслабь. 93. То есть, либо наш герой научился втягивать живот на 20 сантиметров, что невозможно. Невозможно. Либо он все-таки ограничивал себя в сладком, мучном, жирном и жареном и все-таки посещал спортзал. Yes. Скажу честно вам, что Леонид был один из самых постоянных моих учеников за это время, один из самых настойчивых, и поэтому такой результат. Я таким и останусь. Почему он не стал выглядеть как Арнольд Шварценеггер за 4 месяца? Почему? Потому что, друзья, что за 4 месяца можно получить очень заметный прогресс, и действительно он заметный. Но чтобы достичь идеального телосложения, нужно посвятить себя спорту. Ты готов продолжать? Готов. И показать еще больше результаты? Конечно. Мы еще на соревнованиях будем выступать. Ничего себе. Если что. Друзья, напишите в комментариях. Под вашим руководством. Напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео слова в поддержку Леонида, чтобы он и дальше занимался спортом. А то он сейчас не увидит поддержки, опять растолстеет и станет жирнее, чем он был. Надеемся на ваши лайки, репосты, поддержку этого фитнес-проекта, этой фитнес-рубрики. Спасибо, шеф.